Находимся мы на одном из, на территории одного из структурных подразделений всего предприятия Днепровский электротранспорт. Это трамвайное депо номер. Займешься, это по закону, и мы доплачиваем. Каждому водителю доплачивается 30% часовой тарифной ставки за этот неудобный график. Вот они получают еще 30%. Вот это цех осмотра. Вот здесь у нас 6 каналов. Так. Все вагоны, которые сокращаются, заезжают в депо и днем, и ночью, их обязан ремонтный персонал проверить, осмотреть. То есть часть узлов, которые отвечают за безопасность движения, это тормоза, это колеса, это сцепные приборы в обязательном порядке. Если есть неисправность, они ее должны устранить. Что ли? Я приветствую нашего мэра Ухладова, потому что приют наш город как-то преобразился. Очень много построено, ну, чего. Любые обращения к Филатову, они, конечно, цель, он выполняет чаще всего. Экскурсия очень интересная. Я проработала 25 лет в такси водителем. Конечно, сейчас немножко вот с трамваями здесь пополнение, троллейбусы. Автобусы. Очень приятно, что это все пополняется, возобновляется.